Друзья, привет! Добро пожаловать на мой видеоканал об изучении английского языка. Если вам нравится английский, если вы изучаете этот язык, пожалуйста, подписывайтесь. Ну а мы с вами продолжаем читать книгу «Джунгли» на английском языке. Уровень начальный, глава 4. Итак, книга «Джунгли» на английском языке, уровень pre-intermediate, глава 4. The Fight at the Rock. Маугли always went to the meeting of the wolf pack, and there he learned something new one day. If he looked hard at any wolf, the wolf could not meet his eyes and looked away. Mowgli thought this was funny. He didn't understand that he was different from the wolves. All the jungle people were his friends, but not Shere Khan, of course. Mother Wolf told him that the tiger wanted to kill him. One day you must kill Shere Khan. If you don't kill him, he will kill you. But Mowgli forgot. He was only a boy, not a wolf. The Fight at the Rock переводится как «Схватка на скале». Маугли всегда приходил на встречу стаи. The Wolf Pack переводится как «стая волков». И однажды он выучил кое-что новое там. And there he learned something new one day. One day переводится «однажды». Если он смотрел строго на какого-то волка, волк не мог встретиться с ним взглядом и постоянно смотрел в сторону. The wolf could not meet his eyes and looked away. To meet somebody's eyes означает пересекаться с кем-то взглядом, встречаться с кем-то взглядом. Маугли думал, что это было весело. Он не понимал, что он отличается от волков. Все жители джунглей были его друзьями. All the jungle people were his friends. Jungle people в данном случае автор таким образом называет жителей джунглей. Но не Шер Хан, конечно же. Мать-волчица говорила ему, что тигр хочет убить его. Mother Wolf told him that the tiger wanted to kill him. Однажды ты убьешь Шер Хана. Однажды ты будешь должен убить Шер Хана. One day you must kill Shere Khan. If you don't kill him, he will kill you. Если ты не убьешь его, он убьет тебя. Если ты не убьешь его, видим, да, то, что после if никогда не употребляется будущее время. Если мы хотим сказать, что если ты чего-то не сделаешь, то нужно говорить в настоящем времени. If you don't kill him, he will kill you. Но Маугли забыл. Он был только мальчиком, а не волком. He was only a boy, not a wolf. Shere Khan still came often to that part of the jungle. Akela was older now and not so strong, and Shere Khan made friends with some of the younger wolves. Akela could not stop them, and Shere Khan began to make trouble for Maugli. I hear you can't look into the man's cub eyes, he said, laughing to the young wolves. And the young wolves began to get angry. Шер Хан все еще часто приходил в ту часть джунглей. Акела старел, Акела был старше и, не такой, и уже не такой сильный. И Шер Хан подружился с некоторыми молодыми волками. Акела was older now and not so strong, and Shere Khan made friends with some of the younger wolves. To make friends означает подружиться, познакомиться, завести друзей. Акела не мог остановить их, и Шер Хан начал создавать проблему для Маугли. And Shere Khan began to make trouble. To make trouble означает создавать проблему. Trouble – проблема. Я слышал то, что вы не можете смотреть в глаза детеныша человека, сказал он, смеясь молодым волкам. И молодых волков это злило.
And the young wolves began to get angry. To get angry означает становиться злым, рассердиться и так далее. Багира, who had eyes and ears everywhere, knew something of this and told Mowgli. Mowgli laughed, but Bagheera went on. Open your eyes, little brother. Remember that Akela is old and he will not always be the leader of the pack. Shere Khan has taught the younger wolves that a man cub has no place with them. And soon you will be a man, not a man cub. Багира, у кого были глаза и уши повсюду, who had eyes and ears everywhere, знал кое-что об этом и говорил Маугли. Маугли смеялся, но Багира продолжал. Открой свои глаза, маленький братец. Запомни, что Акела уже старый, и он не всегда будет лидером стаи. Шархан научил молодых волков, что детенышу человека нет места вместе с ними. That a man cub has no place with them. И вскоре ты станешь мужчиной, не детенышем человека. And soon you will be a man, not a man cub. But the wolves are my brothers. Why will they want to send me away? Но волки мои братья. Почему же они захотят отправить меня вон? To send me away переводится как выгнать. Выгнать либо отправить вон можно перевести. Look at me, said Bagheera, and Mowgli looked at him hard between his eyes. The big black cat turned his head away quickly. That's why, he said. Not even I can look in your eyes. That's why they want to kill you. You are clever. You are a man. Посмотри на меня, сказал Багира. И Маугли посмотрел строго между его глаз. Большая черная кошка отвела голову быстро. The big black cat turned his head away quickly. Большая черная кошка быстро отвела голову. Вот почему, он сказал. Даже я не могу смотреть в твои глаза. Вот почему они хотят убить тебя. Ты умный. You are clever. Ты человек. You are a man. I didn't know these things, said Mowgli quietly. Я не знал об этом, сказал Маугли тихо. Now listen. The day will soon come when Akela cannot kill his deer in the hunt. Then, at the next meeting of the pack, the younger wolves will be against Akela and against you. When that time comes, go to the men's houses in the village and take some of their red flour. That will be a stronger friend to you than I or Baloo. Послушай, now listen. Придет день, когда Акела не сможет убить оленя. Deer, олень. Придет день, когда Акела не сможет убить оленя на охоте. Затем на встрече стаи молодые волки будут против него и против тебя. Then, at the next meeting of the pack, the younger wolves will be against Akela and against you. Against, против. When that time comes, go to the men's houses in the village and take some of their red flour. Когда придет это время, иди к домам людей в деревне и принеси красный цветок. И принеси немного красного цветка. Это будет тебе лучшим другом, чем я или Балу. The red flower was fire. All animals are afraid of it and do not call it by its name. I will get some, said Mowgli. I will go and get it now and keep it ready. And he ran
through the jungle to the village. Красный цветок – это огонь. The red flower was fire. Все животные боятся его и не называют его по имени. Я принесу, я достану немного. I will get some. To get можно перевести. Глагол to get может переводиться как доставать, добывать и так далее. Приносить тоже можно перевести. I will get some. Я принесу немного, я добуду немного, said Маугли. I will go and get it now. Я пойду и добуду это сейчас, и буду хранить это наготове, and keep it ready. И он убежал через джунгли в деревню. On his way, he heard the sounds of the wolf pack hunting a big deer. Show us that you are strong, Akela, came the voices of the young wolves. Kill it. На его пути он услышал звуки стаи волков, которые охотились на оленя, на большого оленя. Покажи нам, что ты сильный, Акела, доносились голоса молодых волков. Убей его. Маугли остановился и слушал. Маугли stopped and listened, and he could hear that Акела didn't kill the deer. So the time has come already, he thought, and hurried to the village. He watched and waited, and soon he saw a child who was carrying a fire pot. Маугли jumped up, took the pot from him, and quickly ran away, back to the jungle. All that day he kept his fire alive with leaves and pieces of wood. Маугли остановился и слушал. И он мог слышать, что Акела не убил оленя. Таким образом, время пришло. So the time has come. Таким образом, время уже пришло. Он подумал и поторопился в деревню. And hurried to the village. To hurry – глагол можно переводить как торопиться. And hurried to the village – и поторопился в деревню. Он наблюдал и ждал. И вскоре он увидел ребенка, несущего горшок с огнем, a fire pot. Маугли поднялся, Маугли выпрыгнул, можно перевести, Маугли jumped up, took the pot from him, забрал у него горшок и быстро убежал прочь, обратно в джунгли, back to the jungle. All that day he kept his fire alive with leaves and pieces of wood. Весь тот день он поддерживал огонь с помощью листьев и кусочков дерева, частей дерева. All that day he kept his fire alive. To keep fire alive означает поддерживать огонь. Pieces of wood можно перевести как дрова. Части дерева дословно переводится. In the evening Tabaki came and told him that the wolves wanted him at the meeting. Маугли laughed and went. When he arrived, he saw that Akela was not in his special place on top of the rock, but beside it. That meant that another wolf could try to take Akela's place. Shere Khan was there, too, with all the younger wolves around him. Mowgli sat down with the fire pot between his legs. Bagheera lay beside him. Вечером пришел Табаки и сказал Маугли то, что волки хотят видеть его на встрече. Маугли засмеялся и пошел. Когда он пришел, он увидел, что Акела был не в своем привычном месте, не на вершине скалы, а возле нее. When he arrived, he saw that Akela was not in his special place. Special place означает как особенное место, специальное место. On top of the rock, на вершине горы, скалы. But beside it, а около нее. Beside означает около, рядом. That meant, это означало, что другой волк мог попробовать занять место Акелы. That meant that another wolf could try to take Akela's place.
Шархан был там тоже, с молодыми волками вокруг него. Маугли сел, горшок с огнем был между его ног. Багира лег рядом с ним. Шерхан began to speak, and Mowgli jumped up. Three people. Is Shere Khan your leader? Does a tiger belong in the wolf pack? Шархан начал говорить, и Маугли поднялся. Маугли подпрыгнул. Маугли вскочил. Свободный народ, free people. Можно перевести свободный народ. Шархан ваш лидер? Разве тигр принадлежит стае волков? Does a tiger belong in the wolf pack? To belong означает принадлежать. Belong in. Принадлежать. There is no wolf on the rock, began Sharhan. But the other wolf said, let Akela speak. На вершине скалы нет волка, начал Шархан. Но другие волки сказали, пусть Акела говорит. Акела looked up, old and tired. Free people, I have been your leader for many years. In all that time, no wolf has died in the hunt. But this time, I didn't kill my deer. The law of the jungle says that you can kill me now. But the law also says that you must come one by one. Акела посмотрел вверх, старый и усталый. Свободный народ, я был вашим лидером много лет. I have been your leader for many years. В данном случае используется время present perfect, потому что он был лидером, но он все еще остается их лидером. Поэтому здесь правильно будет использовать present perfect. I have been your leader for many years. And all that time no wolf has died in the hunt. За все это время ни одного волка не погибло на охоте. Но в этот раз я не смог убить оленя. Но в этот раз я не убил оленя. Закон джунглей говорит, что вы можете сейчас меня убить. Но он также говорит, что вы должны подходить по одному. You must come one by one. One by one означает по одному. No one spoke. Акела was old, but nobody wanted to fight Акела alone. Все молчали, no one spoke, никто не говорил. Акела был старый, но никто не хотел драться с ним один на один. Then Shere Khan spoke. Bah, this old wolf is not important. He will die soon. It's the man cub who has lived too long. Give him to me. Затем заговорил Шархан. Ба, этот старый волк не важен. Скоро он умрет. He will die soon. Этот детеныш человека, который прожил слишком долго, отдай его мне. Amen, amen, cried most of the younger wolves angrily. A man does not belong in the wolf pack. Человек, человек! Кричало большинство молодых волков со злобой, angrily, со злобой, озлобленно. Человек не принадлежит стае волков. A man does not belong in the wolf pack. Mowgli is our brother, said Akela. He has eaten our food. He has slept with us. He has done nothing wrong. Let him go to his own place. Маугли наш брат, сказал Акела. Он ел вместе с нами. Он спал вместе с нами. Он не сделал ничего неправильного. Позвольте ему идти в его собственное место. He is a man, cried Shere Khan, and most of the wolves. Он человек, закричал Шере Хан, и большинство волков. Mowgli stood up, the fire pot on his hands. He was very angry and very sad. Mowgli поднялся. Горшок с огнем был в его руках. Он был очень озлоблен. Ему было очень грустно. He was very angry and very sad.
Он был очень злым и очень грустным. You have said many times that I am a man. I was your brother, but I will not call you my brothers again. I will decide on my life or my death, not you. I am a man, and to show you, I have brought the red flower with me. Вы сказали, что я человек много раз. Я был вашим братом, но больше я вас своими братьями не назову. I will not call you my brothers again. Я буду решать насчет своей жизни или насчет смерти, а не вы. Я человек, и чтобы показать вам это, я принес красный цветок с собой. He dropped the firepot on the ground, and some of the fire fell out. The wolves were very afraid and moved back. Mowgli held a long piece of wood in the fire, and the ant began to burn brightly. Он уронил горшок с огнем на землю, и немного огня вышло наружу, fell out, как бы выпало наружу, вылилось, можно перевести. Волки очень боялись этого и отодвинулись назад, and moved back, и отошли назад. Маугли взял кусок дерева. Маугли положил кусок дерева в огонь, и конец начал гореть ярко. И его конец начал гореть ярко. Маугли held a long piece of wood in the fire, and the end began to burn brightly. You are the leader now, said Bagheera softly. Help Akela, he was always your friend. Сейчас ты лидер, сказала Багира мягко. Помоги Акела, он всегда был твоим другом. Good, said Mowgli. He looked at the frightened wolves. I go from you to my people, the world of men. But first, that Mowgli went to Shere Khan. This killer of cows wanted to kill me. This is what men do to killers of cows. And he hit Shere Khan on the head with the burning stick. The tiger was very frightened. Хорошо, сказала Маугли. Он посмотрел на испуганных волков. Я уйду от вас к людям. Я уйду от вас к своим людям. Мир людей. Но сначала... И Маугли пошел к Шере Хану. Этот убийца коров хочет убить меня. Вот что люди делают с убийцами коров. И он ударил Шере Хана по голове горящей палкой. Тигр был очень напуган. Go now, said Mowgli to Shere Khan. The next time I come to this rock, it will be with your dead body. I tell you this also, my brothers. You will not kill Akela, because I don't want that. Akela is free to live. Сейчас же уходи. Go now, сказал Акела Шере Хану. В следующий раз, когда я приду к этой горе, она будет с твоим мертвым телом. It will be with your dead body. Я также говорю это вам, братья. Вы не убьете Акела, потому что я этого не хочу. Акела имеет право жить. Он свободен для жизни. Акела is free to live. And Mowgli jumped at the young wolves with his burning stick, and they all ran away. In the end, there were only Akela, Bagheera, and few older wolves left. Then something began to hurt Mowgli inside him, and for the first time in his life, tears ran down his face. И Маугли напрыгнул на молодых волков с горящей палкой, и они убежали прочь. В конце остались только Акела, Багира и несколько старых волков. Затем что-то изнутри поранило Маугли, и он впервые в своей жизни заплакал. И впервые в его жизни, можно перевести, по его лицу покатились слезы. Tears ran down his face. What is it? What is it? Am I dying, Багира? Что это? Что это? Я умираю, Багира? No, little brother,
You are a man, and these are men's tears. But you must go. The jungle is close to you now. Нет, маленький братец, ты человек, а это человеческие слезы. Но ты должен идти. Сейчас джунгли для тебя закрыты. Yes, said Mowgli, I will go to men, but first I must say goodbye to my mother. And he went to the cave and cried on Mother Wolf's cot. Да, сказал Маугли, я пойду к людям, но сначала я хочу сказать до свидания, я хочу попрощаться со своей матерью, своей мамой. И он пошел в пещеру и заплакал материнский мех. Кот переводится как мех, шкура. You will not forget me, Mowgli said to his wolf family. Вы не забудете меня, сказал Маугли своей волчьей семье. Never, said his wolf brothers. Come to the foot of the hill when you are a man, and we will talk with you. Никогда, сказали его братья-волки. Приходи к подножию горы. The foot of the hill переводится как подножие холма, подножие горы можно перевести. Приходи к подножию холма, когда вырастешь, когда станешь мужчиной, when you are a man, and we will talk to you, и мы будем говорить с тобой. Come soon, little frog, said Father Wolf, because your mother and I are getting old. Приходи поскорей, маленький лягушонок, сказал волк-отец, потому что твоя мама и я становимся старше. Потому что твоя мама и я стареем. To get old, стареть. I will surely come, said Mowgli, and I will bring the cord of Shere Khan and put it on the meeting rock. Я несомненно приду, сказал Маугли, и я принесу с собой шкуру Шархана и положу ее на гору встреч, на скалу встреч. And in the morning Mowgli went down the hill alone to meet those strange things that are called men. И на утро Маугли спустился по холму один, чтобы встретиться со странными созданиями, которые называются люди. Что ж, друзья, мы с вами прочитали 4 главу, в следующий раз перейдем к 5. Я желаю вам удачи, учите английский язык и берегите себя. Пока!